Гумбетовском районе задержали троих молодых людей, которые перевозили в своих машинах оружие и боеприпасы. Арестованные оказались жителями села Анди Ботлихского района. Свою причастность к боевикам, а их подозревают в пособничестве, мужчины отрицают. Хотя в их машинах нашли пакеты с боевыми гранатами, продукты питания и медикаменты. Машины обнаружили автомат, гранаты, рюкзаки, другие вещества, флеш-карты, телефоны, многое другое, съемки, это все обозначено, это все изъято, по ним проводится работа, материал собран, материал находится на стадии возбуждения уголовного дела. Сегодня же в Гумбетовском районе провели спецоперацию, в результате которой ликвидирован участник незаконных вооруженных формирований. В МВД Дагестана сообщают, в одном из домов в селении Ингиши был блокирован вооруженный бандит, который из автомата обстрелял сотрудников правоохранительных органов. Ответным огнем он был убит. Его личность устанавливается.